Степа, Степочка, скажи мне, пожалуйста, ты уже сейчас у нас первоклассник, да? Угу. Ты учишься в школе, 68-й, да? Угу. И у тебя закончилась целая четверть, 2 месяца ты уже учился. Степ, скажи, пожалуйста, а какие буквы вы уже изучили? А. Так. М. М. А еще? У. У. А еще? О. Так. А еще как? С. А, С. А, С. Еще какую букву? Х. Ну, ты все правильно назвал, прям молодец какой. Ты, наверное, отличник в школе, да? Тебя хвалят? Угу. Степ, а что ты сейчас делаешь? Леплю. Леплю, да? Угу. А что ты лепишь? Буквы. Ага. То есть у нас задание на каникулы из соленого теста слепить буквы или из печки. Поскольку печка у нас не работает, мы решили лепить. Впервые в жизни. Ой, нет, это все впервые в жизни. Я уже лепила. Но получилось жидковатое тесто. Сейчас мы будем делать чуть-чуть покрепче. А это киса нам помогает. Он выпрашивает поесть вообще-то. Вот. Ну, он всегда присутствует там, где мы со Степой чем-то занимаемся.